Вот такой у меня ужин, ребята. Ужин простой. Лепешки, как видите, мягкие. О, такие лепешки. Длинные такие. Вкуснятинка невозможная. Я их нарезаю вот так на квадратике. Беру вот такой, большой такой тарелку для плова. Маслом, вот сливочным вот таким вот, обмазываю. Видите, настоящее масло. Потом, короче, вот так вот беру икру. Вот, килограммовую вот такой банке, которую я уже засолил. Накладываю, вот. Потом, короче говоря, сажусь и с зеленым чаем, вот. Начинаю применить сию пищу в употреблении. Это натуральная еда, без всякой там химии, короче говоря. Вот. Самое главное, дешевая, очень дешевая. Вот. И для меня дешевая, да, короче говоря. Вот 75 лир мне хватает на неделю, чтобы каждый день я ел икру красную сливочным маслом. Ну, масло сливочное где-то 250 грамм тоже стоит где-то в пределах 70 лир. Ну, грубо возьмем 120-130 лир, короче говоря, уход. Ну, 150 пусть уйдет, да. Зачем мне ресторан, эй? Зачем мне ресторан? Зачем мне это? Когда я могу вкусно, хорошо питаться дома и дешево.